Друзья, настал тот самый торжественный момент, которого я, Полина Майзель, арт-директор компании «Невес Евразия», вместе с командой очень творческих и талантливых, креативных людей ждали несколько месяцев. И сейчас с волнением, и с предвкушением, и с замиранием в сердце мы рады представить вам линию, новую линию косметики «Мертвого моря» «Минералюкс». Косметики от «Евразии Про». Вот Мертвое море, вот источник нашего вдохновения. И эта линия, она вышла в свет. И сейчас, вот, собственно, мы готовы представить вам три первых ребенка, которые первые родились на свет. Это коллекция солей, масел и масок. По дороге есть еще несколько, уже вынашиваются у нас еще дети. И в пути есть еще некоторое количество продуктов. Но первые наши трое детей, которые мы хотим представить вам, и мы уверены, что вы полюбите их так же, как мы их полюбили. Эта серия очень особенная, потому что ее приятно иметь дома, ее приятно наносить на кожу, ее приятно нюхать, ее приятно дарить, ее приятно получать в подарок. И вот этим всем мы хотим с вами вот сейчас, в этот торжественный момент, наконец-то поделиться. Так, в первую очередь я хочу рассказать вам про соли. Это коллекция из 10 формул. Я называю их моноформулы, как у нас есть в него есть моноформулы, так и эти соли, они мне почему-то кажутся такие своего рода моноформулы, потому что у нас есть просто соль и просто арома масла. В итоге это простое сочетание чистой соли и чистого масла, но ничего больше не нужно. Это то, что вам нужно в вашей ванной. И вы можете, покупая эту соль, вы можете быть уверены, что это действительно соль Мертвого моря, она высочайшего качества, и масло, которое в них используется, высочайшего качества, вы тут же почувствуете это, когда откроете коробку и просто понюхаете. И имея в арсенале эти 10 солей, или хотя бы часть из них, вы сможете каждый раз получать тот эффект, который вам нужен в тот самый момент. Иногда вы хотите сосредоточиться, иногда вам нужно, наоборот, расслабиться и ни о чем не думать. А иногда бывает, у вас может быть запланирован романтический вечер. Имея в арсенале этот набор, вы сможете каждый раз использовать ту соль, которая вам в данный момент больше всего подходит. Или же комбинировать между ними, играть, как вам хочется в ту секунду. Вот, для примера, хочу показать вам эти две соли. Это эвкалипт. Очень... Даже закрытый, я уже прям чувствую его эвкалиптовый, вот этот вот запах. И иланг-иланг, это, пожалуй, может быть, даже самый мой любимый. Потому что у него такой чудесный вообще сладкий и экзотический запах, который вас настраивает сразу же на какую-то романтическую волну. Так вот, наши великолепные соли. Опять же, про них можно говорить без конца, но лучше их просто иметь и пробовать, и наслаждаться ими. Но скажу не в двух словах, а в 10. Соли Минералюкс – это камфора, пассифлора или маракуйя, лемонграсс или лимонник, корица, розмарин, лаванда, ромашка, иланг-иланг, эвкалипт и мята. Итак, поехали дальше. Второй наш ребеночек в этой коллекции – это три чудесные маски, в которых используется очень качественная грязь Мертвого моря. И можно даже так сказать, чистая грязь Мертвого моря с очень крутыми другими экстрактами. Я не буду сейчас перечислять все, но вы понимаете, что сочетание грязи Мертвого моря вместе с экстрактами календулы и ромашки, и соком алоэ, и масло шиа, и масло хохоба, и лаванда и розмарин. В каждой есть свой набор для того, чтобы она выполняла те задачи, для которых она предназначена. И таким образом, Healthy Skin Pro – это маска для кожи, с помощью которой вы можете просто поддерживать здоровье кожи, а также в таких ситуациях, как псориаз или какие-то другие проблемы с кожей, она также облегчает радикулитные боли и боли в мышцах. Маска для лица Face Control Pro прекрасно очищает кожу, немножко осветляет ее тон, сужает поры, при этом не высушивает кожу. Маска для ног Fit Relax Pro, она снимает отек, снимает усталость ног. И, в общем, эти маски очень круто иметь дома, когда у вас нет возможности выскочить так вот после работы на Мертвое море
намазаться. Поэтому вот они перед вами. И теперь они есть в арсенале в Евразии Про. Окей. И третий ребенок, я бы сказала, детище. Может быть, даже сказала бы, как говорят на иврите, та самая вишенка, что в сливках. Просто, возможно, потому что это мой любимый продукт в этой серии. Он не просто любимый, он еще и называется любовь. Он называется love. Мы в Евразии Про не считаем, что love — это что-то банальное. Мы считаем, что love — это всегда прекрасно. Итак, что же это за любовь такая, про которую я вам рассказываю? А вот такая вот я держу в руках. Это 4 масла для тела после душа или ванной, которыми очень приятно побрызгаться, выйдя из душа. И можно использовать их тоже для массажа или компресса. Они, каждая из них просто чудесно пахнет и моментально впитывается в кожу, не оставляет никакого жирного блеска, и очень приятно использовать. Так что это за любовь? А любовь состоит из light, света, масла, которое создает ощущение комфорта и расслабляет вас. Oxygen – это кислород. Это масло, которое способствует душевному равновесию, как кислород наполняет вас новым дыханием, такой своего рода рестарт вашего дня. V – это масло Vision. Оно помогает вам сфокусироваться на ваших целях и сконцентрироваться, повышает настроение. И масло Earth – земля. Легкое, чудесное масло с тонким ароматом апельсинов. Восстанавливает физические силы, помогает забыть об усталости. Все эти масла вы можете приобретать по отдельности, а также вы можете приобретать их в вот такой шикарной совершенно упаковке. Коробочка с любовью от нас, от всех и от Израиля. Таким образом, в двух словах я рассказала вам, может быть, я слишком волнуюсь, потому что действительно для нас это такие дети, которых мы вынашивали, и каждый раз, когда мы приводим своих детей в первый раз в детский сад, мы волнуемся. Но я уверена, что они зашагают смело, и вы полюбите их все точно так же, как мы их любим. А, и еще один важный момент. Все подробности, составляющие ингредиенты, способы применения и предназначения каждого продукта, каждого отдельного продукта в этой серии, вы, разумеется, найдете в каталоге, который в ближайшие дни выйдет в свет. Спасибо!